Лауреат Нобелевской премии мира и бывший президент Польши Лех Валенса записал видеообращение перед операцией. Оно опубликовано на его странице в Facebook. В видеообращении он говорит, что делал все, чтобы хорошо служить народу. По данным польских СМИ, Валенса сделает операцию на сердце. Помимо этого, 78-летний политик страдает диабетом. Лех Валенса – польский диссидент и борец с коммунистическим режимом. В 1983 году он был достоин Нобелевской премии мира. Он стал президентом Польши в 1990 году. На выборах 1995 года он уступил победу во втором туре Александру Квасневскому. Лауреата Нобелевской премии мира, экс-президента республики.